постой. Неприемный день. Браток Ворсковый, кенты, да? Я тебя прошу, чтобы логопеда прижали. Что, давай позже поговорим. Я потом не могу. Они каждый день мне прописывают. Им весело, а я больше не могу. Я сдохну, я заплачу сколько надо. Жили у бабуси два веселые гуся. Ты чего такой серый, гусь? А? Чего такой серый? Смотри, смотри, погода какая хорошая. Гуляй, гуляй. Я думаю, правильно, если каждый будет заниматься своим делом. Сукин ты сын. Ну чё опять? Мне нужно поговорить с Поповым. Да, мне с президентом. Пиши заявление. Моего сына обвиняют в убийстве. Я не могу тратить время на писанину. Да? Ну тогда выложи видеообращение в интернете. Послушай, передай Попову. Мне очень нужно с ним поговорить. Ну будь ты человеком, а? Ну, я ради сына прошу. Ну, это все, что у меня осталось. Эй, вы двое, быстро сюда! Ну что стоим, снимайте его! ДПНК, это Игнатов. У нас ЧП. Хороший был парень. Веселый. Господи, помилуй. О свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся. Господи, помилуй. О мире всего мира, благосостоянии святых Божьих церквей и соединении всех Господу помолимся. Господи, помилуй. О святем храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих в огонь, Господу помолимся. Господи, помилуй. О святейшем патриархе московском и преосвященнейшем епископе, честь с ним приветствие во Христе диаконстве. А ведь я бы мог его спасти, этого парня. Господу помолимся. Гуся. Господи, помилуй. Как? Благохранимей стране нашей. Мог бы рассказать, что логопед его мучает, охранник. Господу помолимся. Не грузись. Господи, стали бы тебя слушать. Даже если бы стали, ты все сделал правильно. Попади логопед в руки Беленко, сдал бы весь твой план чертям. Да с моей помощью этот психопат окажется на свободе. Перестань. Логопед, гусь, какая разница? Когда Макса, моего сына, твоего племянника обвиняют в двойном убийстве. Надо бежать. Любой ценой. Так что ты все сделал правильно. А с логопедом мы на воле разберемся. Обещаю. Спасибо. Держи. Поставь сюда. Могли бы спокойно по домам разойтись. Все равно эта штука работает где угодно. Дима, я хочу, чтобы мы были первыми, кому позвонит этот пацан. Первыми и последними. Вот гаденыш.
Так, ну и где он? Ориентировочно где-то здесь, да? Вроде. Да вот он, валяется. Красава. Вставай, на раз, два, три. Все ясно. Сам не пойдет. Посмотри, какую красоту привезли. Таких здесь не любят. Серёж! Или наоборот, любят. Начальник! Что так долго? Календарик искал. Хотел убедиться, что ты в числах не запутался. А что, проблема? У меня никаких. В камеру. Девочки. Привет, начальник! Ладно тебе, хватит. Заходи. Здорово, пацаны. Юра. Пичуга. Пичуга, да? Опять у нас птица. Давай, запрыгивай на шканарь. А почему опять птица? Да у парня, у того, который здесь до тебя кантовался, погоняла, гусь была. Та еще птица. А куда делся? Выпустили? Вроде того. Да ты устраивайся, не менжуй. Хата у нас правильная, веселая. Чай на верхней полке. Угу. Отцовский. Он лет 10 тут валяется. Да он не заряжен. Я собираюсь купить патроны, да все постоянно забываю. Понятно. Да. А мне вот непонятно. Мне кажется, ты по-прежнему не доверяешь мне. Ну, это не вопрос доверия. Забываешь одну маленькую детальку. Нас чуть не убили вместе. Я рисковала так же, как и ты. И что? Я совсем тебя не знаю. Верно. Ты меня не знаешь, я тебя не знаю. И уж точно мне нет никакого дела до твоего бывшего любовника. Не доверяешь скатертью дорогу. Спасибо, начальник. Небо кусочек, да кислорода глоточек. Что еще надо, а, мужики? Все, шутишь? Так, на перерыв у вас 15 минут. Пригляди за ним. Ты что ли, цыган? Небо курево? Сказали, ты можешь достать. Я все могу. Ты чё? Чё, не лезь сюда. Кони наводить будешь в другом месте, ты понял?
Я ж бабки отдал. Так, солнечная ванная окончена. Пошли. Куда? К доктору. Да я вроде ни на что не жалуюсь. Ну, это вроде как диспансеризация. Ты еще до сих пор врачей боишься, что ли? Что-то непонятно. Почему? Батон где? Всегда во дворе, при клубе. А сейчас нет. Начальник, медблок не в той стороне. Сегодня здесь принимают. Объяснить ничего не хочешь? Удобно. А я ведь тебя предупреждал. Зачем? Зачем приехал? Мы вроде стрелку не забивали. Это теперь не ты решаешь. Иди сюда, Коба. Иди и слушай. Короче, сходняк был. Приехали уважаемые люди. Чика приехал. Томас, Лаша. Очень долго сидели. Несколько часов. Думали. Общим решением сходника тебя, Коба, раскороновали. Слишком много косяков. Стукача Копылова не нашел. Бунт допустил. Ты знаешь, сколько из-за тебя правильных пацанов полегло, а? Ты кто такой, чтобы мне предъявы кидать? Батонка, ты кто? Коба, давай спокойно, без истерик. Давай по правилам. Не дергайся. Успокоился. Прошло твое. Твоими делами на воле займусь я. А здесь тебя заменит батон. Все. Ты по-прежнему уважаемый человек. Просто... Ты оказался не на своем месте. Тихо. Передай на волю. Если меня хотят раскороновать, пусть присылают серьезных людей, а не такую шалупонь, как ты. Ясно? Своего кармана плачу. Ты
Ты карман проверь. Вдруг прохудился. Тогда придется тебе подыскать новую жилплощадь и новых соседей. Даю тебе 2 суток. Вперед. Да тихо ты! Хочешь, чтобы охрана сбежалась? Валить отсюда надо. И побыстрее. Нехорошее что-то мутится. Уйдем точно по графику. Раньше, не позже. Шухер! Подожди. Ты чего двери трешься? Начальник, я стены под штукатурку готовлю. Ну-ну. Что-то мало наработали. Думаете, на курорт попали? А вам что важнее, скорость или качество? Ты за умного, да? Значит так, положили инструменты и на выход. Начальник, мы еще не закончили. Потом закончишь, на выход, я сказал. Лицом к стене. Лицом к стене! Стоять, не оборачиваться! Ноги шире! Учти, у нас 15 минут. Мне хватит. А мне? А что ты скажешь, если нас застукают? Скажу. Писал заявление об отпуске. Извини. Я просто на взводе. Ладно, все равно не собиралась здесь оставаться. Что будешь делать? Все-таки интересно. Совет. В нашей ситуации благоразумнее всего не отсвечивать. До апелляции меньше 2 недель. Есть шанс доказать, что Кирилл невиновен. Так что спасибо тебе большое. И... Говорила. Я еду с тобой. А как же не отсвечивать? Все равно думают, что мы погибли. А это какое-никакое преимущество. Для начала нам надо познакомиться с вдовой министра. А ты в курсе, сколько они вместе прожили? Нет. 25 лет, душа в душу. Самая крепкая пара в нашем правительстве. И уж кто-кто, а она врагов своего мужа знает. И где мы ее найдем? В Москве, за границей? Все гораздо проще, чем ты думаешь. Все, работайте и поживи. А то лично приду подгонять, поняли? Камеры лишимся, то... Знаю. Я думал, все держится на твоем авторитете. Скажи спасибо, что все держалось не только на моем авторитете. Сейчас время хорошее. Все можно купить за деньги. То есть волноваться не о чем? Дыши ровно.
Но все-таки, если со мной что-нибудь случится, тебе мало не покажется. Осужденный Панин Кирилл Викторович. Мне передали, ты хотел поговорить со мной. Начальник, Владимир Иванович, мне нужна помощь. Говори, я слушаю. Это касается моего сына. Панин, когда будет новая информация... Помогите мне его найти. Один день на воле, мне хватит. Скажи, ты в своем уме? Вы не поняли. Пусть я в наручниках, с машиной, с охраной. Менты думают, что он убийца. Вы представьте, что они с ним сделают. А что со мной сделают, ты понимаешь? Ну, я все придумал. Но это же мой парень. Я знаю, где он стал бы прятаться. У вас есть дети? Есть сын. Ну, представьте, что ваш сын оказался в таком положении. Что бы вы сделали? Моего сына, Панин, не обвиняют в двойном убийстве. Яблоки, яблоки тебе положу, матушка. Что-то бледные они. Бледные, но вкусные. Не кислые. Нет, обижаешь ты что? Сладкий сладкий. А яблочек вот зеленых. Эй, стой, стой! Куда? Ты куда? Шайтан какой! Раньше я даже за хлебом поехать без охраны не могла. По крайней мере, с этим теперь проще. Извините, это все лирика. Из какой вы организации? Общество правосудия. А я частное лицо, я адвокат Кирилла Панина. А, Панина? Наконец-то! А я все думала, неужели никто не придет, никто не спросит? О чем? Об этой комедии. Простой работник парковки... Да еще уволенный убийца моего мужа. Нет, невозможно. С этим уровнем охраны, который был у Андрея, это невозможно. Если, конечно, кто-то... Что? Если кто-то не позволил убийце подойти к моему мужу. Как вы думаете, кто мог желать смерти Андрею Владимировичу? Когда Андрей занял свой пост, он многим ставил палки в колеса. Не хотел идти на уступки, не хотел брать взятки. Многие из его врагов нынешние олигархи, и я не удивлюсь, если кто-то из них решил поквитаться. Что это значит? Нету средств. Куба, послушай меня. Счета опечатаны. Что там с конторой? Готовится рейдерский захват. Приходится срочно уничтожать документы. Мы связаны по рукам и ногам. О банковском переводе и речи быть не может. Само собой, есть вклад, завещанный вашей гражданской жене. Забудь. Жаль, других идей у меня нет. Куда вы меня ведете? Куда надо, туда и ведем. Пошел. В стене. Выше. Владимир Иванович просил передать. У тебя 5 минут. 3 минуты осталось.
я. Пап? Ты где? Ты цел? Пап, маму убили. Да, я знаю, сынок. Я знаю. Послушай, у меня мало времени. Макс, ты должен позвонить Свете, понял? Она, у нее что-то с телефоном, она то не отвечает, то вне зоны действия сети. Так, в проекте правосудия есть человек, Александр Сорокин, позвони ему. Сорокин? Да, он поможет. Да, хорошо, пап, я. Макс! Макс! Время вышло. Да подожди ты! Внутри посмотри. Пацаны, я ж свой. Я ж московский. У меня проблемы. Уральские наехали. Вот этот. Я ему лавы на курево дал, а он замылил. Наличный он остался. Есть. Завтра сюда принесешь. Так поможете? Я ж свой. Во, желторотый. Своим быть не может. Мужики! Пацанчик первый день, слов не знаю. Сам не местный. Давайте миру, а? Спасибо. Мы же однокрытники, да, Пичуга? Должны помогать друг другу. Ты погляди. Логопед нового гуся наш. Спокойно, братан, не мнижись. А чего мне мнижеваться? Я смотрю, у вас там теплая компания подобралась в козлятнике. Шепни по старой дружбе, что вы там мутите? Ничего не мутим. Да ладно меня разводить. Вон логопед думает, что малек его кента подрезал. А теперь что? В одной комнате с ним штукатурку разводят? Ты что, меня за лоха держишь? Вот это что такое, а? Пыль там у нас. Дышать нам нечем, понимаешь? Таких пациентов, как Чернов, у меня в карьере 1-2 и обчелся. Если бы подсказали мне, что у него в анамнезе, я смогла бы найти к Чернову подход. Дело не в анамнезе, милая. Это особенный человек с особенным видением. У каждого человека свое особенное видение. Ну хорошо. Возьмем, скажем, эти часы. И что мы с вами видим? Ремешок, корпус, стрелки, логотип. А Чернов видит механизм. Как эта штука устроена, шестеренки, пружинки, как все это движется. Может, голыми руками собрать и разобрать, ни секунды не задумываясь.
Ну, кстати, он и проделывал это у меня на глазах. Смею заверить, что часы не предел его возможностей. Да, но это психическое расстройство. Ну, как вам сказать? Отклонение от нормы. Да, конечно. А расстройство или талант? Не знаю. От чего же вы его лечили? Да ничего экзотического. От тяжелой депрессии. Не может быть. Чернов не склонен к депрессии. Чернова можно назвать техническим гением. И когда его таланту нет применения, приходит депрессия. Чем вы ему помогали? Старался привить обыденный взгляд на вещи. Помогал закопать талант в землю. Было время, когда подобные ему открывали странные континенты. А ныне принято колоть успокоительное. Но это все лирика. Теперь он ваш пациент, так что пришло время вам рассказывать. А что вам рассказывать? Вы знаете, я ведь нисколько не удивился, узнав, что Алексей попал в тюрьму. Это естественный ход событий. Что он натворил? Вы так хотите проверить ваши выводы? И пополнить анамнез любимого пациента. Ну хорошо, Алексей ограбил банк. Пожалуйста, прошу вас, подробности. Наверняка просчитался на 10 ходов вперед. На 3. Вошел в банк, выстрелил в потолок и потребовал деньги. А вот это странно. Либо он настолько изменился, либо вы чего-то не знаете. Сумочку подрезал у нее, она еще целый час эта баба по вокзалу носилась, голосила, а я в это время под ее носом пирожки жрал, на ее же лавры. Слышали, какой артист ты? Давно по карманам шаришь? 2 года. Сколько раз попадался? Нисколько, первый. Первый? А всем новичкам прописка полагается? Логопед, угомонись, сразу не прописал, сейчас уже поздно. Заткнись, чулок, наизнанку выверну. Чего делать-то? Выбирай, братишка. Выбирать. Валяк, стань на шухере. Выбирай. Водолаз или парашютист. Какая разница? Выбирай, говорю. Что, обязательно? Обязательно! Все это делают! Да, поляк? Да, логопед. Я завтра. Понятно. Тебе по-людски. А ты выбирать не хочешь. Нос воротишь. Тогда другой вопрос будет. Правый или левый? А? Нет, 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 нет! Ну, я выберу! Я выбираю! Ну, парашютист! Хорошо выбрал. А то пришлось бы нырять в парашу с головой. У нас других водоемов нет. Да, поляк? Да, логопед. Лезь! Лезь давай! Вставай во весь рост. А теперь глаза закрываешь. Руки раскинул! Руки! И башкой вниз! Ну! Можно я просто прыгну? Ты что, тупой, что ли? Я сказал башкой вниз! Прыгай, парашютист, прыгай! Это Макс, сын Кирилла Панина. Это Сорокин, да? Отец сказал, чтобы я вам позвонил. Это Макс. Алло, Макс, это Светлана. Ты где? Я на Кутузовском. Забери меня отсюда. Я не в Москве, тебе там тоже делать нечего. Ты должен до нас добраться. Запоминай адрес. Черт, они тут! Макс! Алло, Макс, что происходит? Они все время меня находят.
не паникуй. Запоминай, я сейчас тебе расскажу, как ты до нас доберешься. Сейчас. Макс, это Сорокин, запоминай. С Ярославского вокзала едешь до Первомайской станции. Садишься на 73-ю маршрутку и следуешь до конечной остановки. А там мы тебя встретим. Ты все понял? Да. Давай. Твою мать, они живы. Это мы исправим. Прогон, это что? А это то, что сейчас читают во всех камерах. Торопится растрезвонить, кто новый хозяин. Снять корону — полдела. А носить — спина не переломится. Труд из любой обезьяны человека делает. А сегодня вы не разговорчивый. Извините, не выспался. Я навела кое-какие справки и узнала, что вы в свое время лечились от депрессии. Плотно вы за меня взялись. Не иронизируйте, это мой долг. Следить за здоровьем пациентов, как физическим, так и психическим. Как скажете. Ваш врач Аркадий Петрович мне много объяснил. Я понимаю, что жизнь здесь не подарок для всех, но для вас при вашей... Болезнь? Ну да. Я понимаю, что здесь совершенно невыносимо. Я могла бы помочь вам. Не надо. Я в полном порядке. Это раньше у меня были проблемы, но теперь я ничем не отличаюсь от любого, кто здесь сидит. Нет, не надо! Пожалуйста! Следи за логикой, Микрон. Я тебя каждый день прописывать буду. Меньше будешь рыпаться, быстрее заживет. Ну, что ты ноешь? Скажи спасибо. Считай, бесплатная физподготовка. Тебе после нашей хаты никакой спецназ не страшен. Здорово, Марек. Погляди на расписного. Прикинь, лунатик. Посреди ночи с койки сиганул. Хорошо, я сразу проснулся. Мы же однокрытники, да, Пичуга? Должны помогать друг другу.
поженимся? Ну, с радостью. Соседа в покое. Не понял. Хочешь и его замучить? Как гуся? Тебя не касается. Телевизора-то у нас в хате нет. Канал «Спорт» не работает. У Кобы был. Теперь Коба его с тобой смотрит. Так что развлекаюсь, как могу. У вас, Кубы, своя олимпиада, у меня своя. Каждый день телепередача. Алло, мы ищем таланты. А ты понимаешь, что ты ставишь под угрозу весь побег? Ты понимаешь, что ты привлекаешь к себе внимание? Что смотришь? Понимаешь? Или тебе объяснить? Пусти. Оставь парня в покое. Спокойно, Олег. Я усек Лыков. Прогулка окончена. Чернов, Куртоглу, Хлынов, останься в дворе. Да мы уже надышались, начальник. Будете площадку оборудовать. Футбол там, баскетбол. Приказ от начальства пришел. Чтобы вам сиделось красивее и культурнее. Так может комнату отдыха ремонтируем? Там же уже другая бригада. Другая? Извини, вечером деньги, утром стулья. Утром деньги, вечером стулья. Но тебе не все равно, кто ремонтирует. Мне все равно. А батон твою бригаду крышевать не собирается. Послушай. Все! Начальник, послушай, дорогой. Завтра перевожу тебя в обычную камеру. Коба, завтра... Начальник, а инструмент? Какой инструмент? Наш инструмент, который в столярку вернуть надо. Ну, оставите другой бригаде. Его же вы под расписку брали. Не вернем, спишут на воровство. Закроют в мешке, разбираться-то не будут. Бумаги от адвоката пришли. Thank you.
так и делать. Все пропали. За попытку 5 лет накинут, не меньше. Чернов Алексей Викторович. Кабахидзе Арчил Михайлович. 228-я часть 1, 232-я часть 2. Собирайтесь на работу. Ну, куда засуетились-то? Батон со своими уже давно на работу вышел. Собирайте манатки, завтра перевожу вас в другую камеру. Сейчас как раз подыскиваю, где соседи повеселее. Слушай, начальник, ну мы же с тобой уже давно корешимся. Давай уладим все по-тихому, давай. И без всяких там переводов. Ну? Куба, ты мне не куришь. Баграм за тебя платил. Если завтра проплаты не будет, а мне почему-то кажется, что ее не будет. Начальник. Полетишь со своим петушком из номера люкс. Ты все уяснил? Послушай, начальник. Не надо мне ничего втирать. Я здесь не за зарплату вкалываю. Мне на домик в теплых краях совсем немного осталось. Короче, будет бабло, остаешься на месте. Нет, до свидания. Ты уж извини, сам понимаешь, такой порядок. Да, кстати. Карты запрещены. Они ее найдут. Кого ее? Дырку в полу. Точно найдут. Не сегодня, так завтра. Это вопрос времени. Как дети? Как дети? Как слышал, как? Ты что думаешь? Мы тут в бирюльке играем. Разуй глаза. Все по-настоящему и очень плохо. Я точно знаю. Баграм детей не пожалеет. Черт. Вот-вот. Почему ты мне раньше не сказал? Что? Что я должен докладывать тебе о всех своих делах? А почему ты думаешь, что когда ты сдашь Копылова, Баграм тебя не кинет? Я знаю. Почему? Тебе этого не понять.
у воров своя гордость. У тебя нет другого выхода, сдай Копылова. Тогда они его убьют. Зато детей спасешь, дети лучше, чем бандиты. Нас на работу вернут, а этот Копылов, он может заслужил. Да в том-то и дело, что нет. Как это нет? Ты же говорил, что он на них работал. Да он бухгалтером работал, на Кобу. Он, как Кирилл, оказался не в то время, не в том месте. Да все, все, я уже в машину сажусь. Ну, прости меня, что я опоздал. Передай Коле, пусть дожидается папу. Ну все, целую. Инспектор, ручки попался. Коба, а коньяк белый вытянул за сыпь и бравшов, слышишь? Коба, так вышло. Мы сболтнули, с кем не бывает. Не надо стрелять, мы будем молчать. Честное слово, могила, никому не скажем, слышишь? Я же просил тебя не орать. Умоляю, Коба! Нет, не надо! Теперь ты боишься стать подлецом, правильно? Да, как-то так. И что же делать? Не знаю. Если я не сдам КПЛО, то о побеге можно забыть. То есть для того, чтобы спасти Кирилла и Кобиных детей, ты должен... Я должен. Предупрежу, конечно. Да? Вы на месте? Да. Можете объяснить цель нашего пребывания здесь? Мы кого-то ждем? Вы должны дождаться одного человека. Он специалист по кризисному управлению. Проинформируйте его, пожалуйста, о состоянии текущих дел. Он поможет вам решить возникшие проблемы. Да, у нас нет проблем. У нас все под контролем. Да. А кое-кому показалось, что вы не в состоянии работать самостоятельно. Мне рассказали об удивительных фактах, даже не знаю, как реагировать. В общем, дождитесь человека. У меня к вам личная просьба. Старайтесь быть с ним полюбезнее. Ну и что там? Она присылает надсмотрщика. Ну что, про пацана знает, да? Понятия не имею. Не надо было ей врать. Сказали бы честно, что так, мол, и так. Пацан ушел. Что ты сейчас сказал? Я говорю, не надо было ей врать. Ты идиот? Я тебя спрашиваю, ты идиот? Да пошел ты. Ты не понимаешь, что в таком случае тебя бы здесь сейчас не было? Мы уже по колено в дерьме, Кость. По колено! Если бы я знал, что все так обернется, сейчас бы сидел спокойно в офисе, пил бы кофе из аппарата, грыз свои фисташки. Патьянс бы раскладывал на компьютере. Ну зачем я в это вляпался? Зачем? Знаешь что, дорогой? Паникеров, а уж тем более дезертиров, в военное время расстреливали без суда и следствия. А по поводу человека Кочетковой? Не парься. Что-нибудь придумаем. Я сказал, не парься. А я сказал, не париться! Не париться! Бригаду Батонова или пойду перетру. Фура, ну что там, закончили, отпустили вас? Да какой там закончили?
Завтра самое пекло. А что там такое? Линолеум притаранили. Вы завтра кладете новый линолеум? Класть в среду будем. А завтра... Завтра всю грязь оттирать будем от пола. Старье все. Готовить. Надо что-то делать, Леша. Мне так страшно. Вот вчера еще казалось, Бомбей был рядом совсем. Со дня на день должен был вернуться домой. И ты... Ты всегда был рядом. Я знала, что ты всегда можешь меня защитить. А теперь никого. Ну, не начинай опять. Я не могу. Я совсем одна, понимаешь? И Антоха тоже, он... Знаешь, как он его ждал тогда? Как он целую неделю прыгал, вот батя придет, батя придет. И батя пришел. Антоха глядит на него, глазами хлопает. И не понимает, почему батя в гробу лежит. Ларка, послушай. Да послушай ты. Человек, который убил Бомбея, он мне нужен. Я с ним одним воздухом дышать не могу. Но он мой билет на свободу. Как только мы переступим порог тюрьмы, я его закопаю. Даже не вздумай, слышишь? Ты слышишь меня? Я прошу тебя. А если он тебя? Бомбей вон какой был. Ты что, хочешь, чтобы я без брата осталась? Еще как вздумаю, и все, закрыли эту тему. А ты пока вот что. Ты пробей Валерку. У тебя есть номер? Не знаю. У меня в книжке красный, я тебе оставлял, посмотри. Я с ним перетру, объясню ситуацию. Он тебе поможет. Ты что, покрасилась, что ли? Хорошо, я согласен. Молодец, Валя. Правильно сделал вывод. Только одно условие. Ну? Ты мне должен помочь. Нужно лично встретиться с Баграмом. Баграм с тобой разговаривать не будет. Ради Копылова? Будет. Дождались? Нас предупредили, что придется подождать, поэтому все в порядке. Хорошо. Документы для меня готовы? Все здесь. Угу. Простите, а как вас зовут? Меня зовут Сергей Николаевич. Для вас просто Сергей. Я вам не начальник. Меня просто прислали, чтобы вам помочь. А мне казалось, что нам не требуется помощь. Да ладно, не скромничайте. Вы уже наделали дел. Сначала эти юристы. Вы сказали, что они мертвы, а это не так. Потом мальчик. Надо же было наврать женщине. Значит, уже знаете. В Лондоне все знают. Спасибо, вы свободны. Знаешь что? Давай-ка определимся. Во-первых... Во-первых, ты даже не представился. Во-вторых, вы отстраняетесь от дела. Не мешаете мне работать. А я так и быть спасаю ваши задницы. Вопросы есть? Я вывихнул тебе две фаланги, наложи лед, чтобы снять опухоль. Сходи к врачу. Все, освободите мой номер. Алло, это я. Ваш человек подъехал. Только что отзвонился. Дела переданы ему. Вот видите, я же вам говорил. Я же вам говорил, что он человек подготовленный. Сразу откликнется и сделает все быстро и четко. Ну все, да, до связи. Все готово. Мы можем начинать? Можем.
Good evening, good day, ladies and gentlemen. I'm glad to see you, Mr. Carter. Times. No? Ladies and gentlemen, let's begin our press conference with Mr. Каратаев. Спасибо. Господа, я должен сообщить вам следующее. Я говорю тебе, это верняк. Это 100% верняк. Но одно условие. Он хочет с тобой перетереть с глазу на глаз. Ну вот делать мне больше нечего, как по любому поводу в тюрьму мотаться. Я тебя прошу. Баграм, я тебя прошу. Очень прошу. Слышишь, дорогой? Ну, если ты так просишь, это ты молодец, молодец. На самом деле, я даже не успел тебе разочароваться. Придется дать отбой пацанам, которых я отправил тебя мочить. Да пошутил я, пошутил. Смешно. Ладно, ладно. Я скоро приеду. Но ты же понимаешь, если я припрусь в тюрьму за зря, а? Понимаю. До встречи. Куда ты собрался? Позвонить. Ну так звони. Чтобы у тебя в руках остались все карты? Нет. Спасибо. Восемь ноль один. 501. Шесть ноль. 55. Алло? Алло, это я. А ты дядю Гришу давно навещал? Слушай, я заждалась уже, я думала, ты мне не позвонишь. Слушай, я узнал, что дядя Гриша совсем плохо. Надо бы его навестить. Да. Хорошо, я поняла тебя. Только сегодня уговор. Да, хорошо. Все будет в порядке. Пока. О чем думаете? Да так. Красивые цветы. Это от папы. По какому поводу? У меня сегодня день рождения. Да, с днем рождения. Ау. Спасибо. Что такое? Да нет, ничего. Просто обычно девушки так не огорчаются по поводу своего дня рождения, тем более в вашем возрасте. Мне 30 лет, и огорчаюсь я не из-за возраста. А по поводу чего? Если папа присылает цветы на день рождения, значит, я его сегодня не увижу. Он присылает их уже лет 15. Грустно, да? Каждый год ждать отца на собственный день рождения. Ну да, не весело. Вы извините. Пора бы и вам, товарищ генерал, включиться в наши дела. Я могу включиться в любой момент. Но я надеюсь, вы понимаете, что хоть я и ухожу в Совет Федерации, тем не менее, в эту дверь я не могу стучаться по любому поводу. Уверены, что постучаться нужно именно сейчас? Уверена.
Стучаться не надо. Пришла пора открыть эту дверь ногой. Бедный парень. Я вообще не понимаю, как он держится. Начало всей этой истории с Кириллом, теперь с его мамой. Как ты? Никак. Ясно. Нифига тебе не ясно. Мой отец сидел. Я был чуть старше тебя. И чё? У всех отцы сидели. Мы спасли его совершенно законным путем. Мы документы собирали, оббивали пороги. Ты не должен сдаваться. Если ты любишь своего отца, не сдавайся до последнего. А мать тебя тоже убили? Ну, не стой в дверях. Садись. Рассказывай. Рассказывай, как же ты нашел Копылова? Включил мозги. Мои друзья работают в компании в сотовой. Я попросил их пробить телефонные звонки копыловского адвоката. Когда детальные расшифровки всех переговоров не дали никаких результатов, я узнал его адрес. Ходил туда почти целую неделю. Каждое утро проверял почтовый ящик. Через 5 минут после прихода почтальона. Ничего. Ни одной бумажки, никакого письма. Я записался к адвокату на прием. Прошу меня извинить. Через всю Москву ехал. Можно чаю глоток? Спасибо. И вот когда секретарша вышла, я нашел папку со счетами за городской телефон и проверил, куда адвокат звонил чаще всего. Чаще всего он звонил в Тулу и в Нижний Новгород. В одном я нашел любовницу адвоката, а в другом – Копылова. Как вы сами-то не догадались? Это же так просто. Тон смени. Ну, хорошо. Ну, откуда ты знаешь? Что он еще там? За ним кое-кто присматривает. Вон Коба может подтвердить. Он слышал мои переговоры. Хорошо. Хорошо. Ну, чего ты хочешь в обмен на информацию? 200 тысяч евро. Я тебя уничтожу. Услуга за услугу. Я не хотел на тебя давить, малек. Но раз ты начал играть не по правилам, то вот. Откуда у тебя это? У тебя свои люди на воле. У меня свои. Ну что? Услуга за услугу? Если ты сейчас же не сдашь адрес Копылова, то эта красотка завтра не проснется. Ясно? Ну, давай, давай. Говори адрес. Пообещайте, что вы не тронете его семью. Ты посмотри на него, а? Я ушам своим не верю, а? Тула. Станция Косая гора. Орловское шоссе 17.
Строение 5. Теперь пошел отсюда. Спасибо тебе, Коба. Спасибо. Нет, все-таки рано тебя списали со счетов. Рано. Всегда, пожалуйста, дорогой, обращайтесь, если что. Да. Кстати, сделай мне одолжение. Разберись, Беллинг. Хорошо, разберусь. Ну что? Как в старые добрые времена. Дай еще по грамм. Пожалуйста. Перед тем, как убьешь Копылова, передай этому сукиному сыну привет. От меня. Хорошо, передам. Что-то случилось? Вы не подходите к телефону, секретарь с вами не соединяет. Вот я и спрашиваю. Может быть, что-нибудь случилось? Сейчас не время и не место, и оставь этот тон. Ты забыл, с кем ты разговариваешь? Я все помню. Я выяснил, откуда взялся этот ваш Новиков. Да он и сам не скрывал. Зачем вы впутали Лондон в эти дела? Теперь мы все под угрозой, и вы, и я. А мы в этом деле все вместе, с самого начала. И поверь мне, Костя, угроза существует только в твоем воображении. А что касается Новикова, у тебя была возможность решить все самостоятельно? Ты ей не воспользовался? Тебе и мне больше не доверяют. Они пошли другим путем, прислали своего человека. Теперь он разберется с нежелательными свидетелями, которых вы якобы устранили. А проблему с Паниным я уже решила. Сама. Кирилл Панин осужденный по статье. У меня плохие новости для тебя. С Максом все в порядке? Не о сыне речь, сиди. Слушай, тут все тянулись с твоей апелляцией. То ли адвокатов твоих ждали, то ли еще чего, не знаю. Короче, неожиданно все ускорилось. Я тут узнал от... Ну, от своего друга, неважно. Что? Твою апелляцию отклонили, Панин. Тебя казнят. Когда? Пока не ясно. Но это, собственно, есть последняя процедура. Они должны назначить официальную дату твоей казни. Думаю, на днях все решится. Вот так. Прости. Добрый вечер. Я коллега Светланы. Вы знаете, она здесь больше не живет с недавних пор. Да я в курсе. Вы понимаете, мы уже несколько дней пытаемся выйти с ней на связь, а она не отвечает на наши звонки. Мы все очень волнуемся. Да я сам с ней не разговаривал уже несколько дней. Я даже не знаю, где она находится. Очень жаль. А это ведь она работала по делу Кирилла Панина? Даже имени его не произносите.
Это из-за него все это. Так нет, в том-то и дело. Мы хотели сообщить, что дело Панина уже закрыто. Поэтому, если она кого-то боится или скрывается, она может спокойно вернуться домой. Проблем больше нет. Это прекрасная новость. Так о чем и речь? Может быть, вы мне чем-то поможете? Да, конечно, конечно. Проходите, что-нибудь придумаем. Проходите, пойдемте. Есть один вариант. Не успела вас отблагодарить, товарищ генерал. Вы нам всем очень-очень помогли. Спасибо. Рад стараться для общего дела. Надеюсь, там, где нужно, вы не забудете упомянуть о моем вкладе в решение этой проблемы. А что, уже сенаторское кресло стало тесновато? Ну, зачем же так сразу? Мне надо так буквально все понимать. Да я шучу, ну что вы. Я поняла вас, товарищ генерал. Ваши труды не напрасны, поверьте. Мы вас отблагодарим. Обещаю. Все, набегались. Хорош. Спадки. Ну все, детей уложу. Спасибо. Закрой калитку, я забыла. Да, сейчас. Ну что? Вперед. Валер! Валерка, не трепло. Обещал, значит, поможет. Да. Ты знаешь, он отвез нас к тебе на дачу. И Антохин, кажется, очень нравится.
давно не чувствовала себя такой счастливой. Ну, ты хорошо. Привет ему передай. Да, сейчас передам. Тебе привет. И тебе привет. Спасибо. Ничего. Скоро все это закончится. Мы будем вместе и заживем одной большой счастливой семьей. Да. Как в сказке. Да. Как жизнь? А какое тебе дело до моей жизни? Да так. Хотел тебя попросить об одной услуге. Ну? Пиши меня к себе в бригаду, я поработать хочу. А что это вдруг? Чего ты к московским прешься? Свои погнали. Да понимаешь, что-то мне скучно, засыхаю я. Хочется чего-то физического, поработать, что ли. Поделать что-то надо. В качалку сходи. $100. Месяц, я думаю, лишними не будут. А? Че это тебе приспичило вдруг? 150. Заметано. Я долго спал? Ты 40 минут, наверное. Но я время зря не теряла. Полазила по сайтам с компроматами. Это уже крайняя степень отчаяния. Ну почему же? Мне очень часто помогал в работе. И смотри, что я нашла по делу покойного Маценко. Тут очень странное, смотри. У него трусы дурацкие. Действительно, такие дурацкие трусы. Так, подожди, нет, я не об этом. Дату видишь? Да. Эта фотография сделана за месяц до смерти. А вот видишь рядом с ним девушку? Да. Узнаешь? Нет. Должен? Ну, конечно. Это же любовница Каратаева. Ты знаешь, я не слежу за желтой прессой. Я тоже не слежу. Ну, хорошо, смотри тогда. Вот эта фотография сделана 2 года назад. После второго покушения на его жизнь заявил о том, что вынужден просить политического убежища в Великобритании. Каратаев утверждает, что ФСБ бил у него целенаправленную охоту. Ты, кстати, знаешь, что его счета давно арестованы? Да. Да. И этот твой Каратаев просто нищий клоун. Да, да. И олигархом он остается только в сознании обывателей. Да это я знаю. Посмотри внимательно на фотографию. Та же девушка, видишь? Да. Между прочим, это известная в прошлом фотомодель Наталья Фролова. Ну и что? Они расстались. Теперь она развлекается с другим. Не получается. Нам же говорила жена Маценко о том, что покойный министр был крайне нравственным. Помнишь, вечная любовь, все такое? Ну да. И вот смотри. А вот эта фотография сделана 2 недели назад, видишь? Угу. Фролова и Каратаев. И желтая пресса, которую я тоже не читаю, утверждает, что они не расставались, а наоборот живут душа в душу, понимаешь? Из этого я сделала логический вывод, что Фролова тогда была на яхте у Маценко вместе с Каратаевым, просто он в кадр не попал. Это, конечно, жутко интересно. Конечно, получается, что Маценко и Каратаев были близкими друзьями, понимаешь? А ничего по существу не нашлось? Нашлось. $50 миллионов похищенные. Смотри, сайт ссылается на неких инсайдеров и утверждает, что хищение было совершено как раз покойным Маценко. Потом это как-то дело все очень замяли. Сказали, что это утка, брошенная в сеть, что это дестабилизирует обстановку. Какая связь между параноиком Каратаевым, его любовницей и 50 миллионами? Я не знаю. Слушай, ну пока ты спал, у меня как-то все было очень складно. Хорошо, что я проснулся. Ура! Давай наверх, помочь надо. Ага. Угу.
Вы что, выбросили? Все равно завянут. Но ведь еще не завяли. Ну и что? Да нет, я никогда не поверю, что вы такая циник. Я не циник. Я реалист. А я оптимист. И вообще, вас зовут Надежда. Вам с таким именем нужно... Вот-вот-вот. Я об этом говорю. Спасибо. Вы свободны. Все в порядке? Да. Ты детей забрала? Да-да, все нормально, дети у меня. Ну не волнуйся, так не волнуйся. Теперь все будет хорошо. На. Деньги мне вчера перевели, полгода сладкой жизни тебе обеспечены. Начальник, а как насчет козлятника? Дался тебе этот козлятник? Ты же вроде приличный человек. Скучно без дела, начальник. Ладно. Можете сегодня выходить на работу. Батоны я приберегу для дел поважнее. Спасибо, дорогой. Баграма взяли в Туле. Он был на условно досрочен, так что ему светит лет 10-15. Еленко деньги переведены, так что мы выходим на работу. Малек, поздравляю, классно сработан. Да без тебя бы ничего не получилось. А услуга за услугу. Хороший актер. Ладно, ты тоже ничего. Карточку верни. А, конечно. Конечно, конечно. Классная карточка. Сам снимал? Нет. Кирилл. Угу. Они отдыхали где-то вместе, ходили в фотосалон. Угу. Осталось решить еще один вопрос. Когда мы выйдем? Ты же мне сдашь Копылова? Конечно. Наша карточку я пока оставлю у себя. Не так. На всякий пожарный. Слышал, у нас все в порядке? Налим, погуляй-ка. Давай, давай, давай. Я тут бригаду к Батону затерся. Так что, думаю, нам есть что обсудить. Нет. Я все долги перед тобой закрыл. Ты думаешь, ты умный, да? Я тоже кое-чему учился. И могу тебе рассказать, если ты еще не понял. У нас здесь сложные схемы. Не работают. Понимаешь, у нас все эти Эйнштейны и Эйзенштейны, они не прокатывают. У нас кто сильнее, тот и прав. Как в лесу. У нас тут отбор, и все друг друга, понимаешь, поедают. Как... Естественный отбор. Да, естественный отбор. Так что, думаю, я с тобой еще не закончу. Думаю, что я с тобой не начинал. А ты подумай. Подумай. Осталось совсем немного. В пятницу закончим. Как уже?
Рая, Раечка, скоро я тебя увижу. Я не знаю, о чем вы договаривались, но вот этот уверяет, что он с вами. Блин, достал ты уже, цыган. Тебе объяснить, куда тебе пойти погулять? Да, пацаны, вы что-то попутали. Ну, конечно же, я с вами. Вы что, забыли наш уговор? Да. Да, да. Да, начальник, все в порядке, он с нами. В бригаде. Ладно, сами с ним разбирайтесь. Я же тебе говорил, малек, побеждает сильнейшего. А ты не менжуйся. Последнюю неделю слухи подключили. Где же связь? Столько составляющих, а общий пазл не складывается. Не складывается, потому что мы не можем понять, кому это выгодно. Выгода – наш ключ. Вот как мы только поймем, кому это выгодно. Мы собрали необходимое количество подписей граждан. Светлана! И средств для моей предвыборной кампании достаточно. Размер моего предвыборного фонда составляет сейчас 50 миллионов долларов. Но не это главное. Нет. Главное – это поддержка моих соотечественников. Уж совпадение не случайно. Связь Каратаева, самооценка, хищение в Министерстве финансов. Предвыборный портфель, вот они, денежки. Получается, министр реально стоял за всеми этими хищениями и прикрывал их. А потом его убрали как нежелательного свидетеля ради Каратаева. Мне очень понравился цветок. Мой подарок? Обещаю, что не завянь. Надо же, я вот всегда забываю наводить порядок на столе. Ну, беспорядок гораздо уютнее. Хо! Видели бы вы мою квартиру. Это что, приглашение? Ну, не знаю. Как будете себя вести? Надь, ты занята? Там в стационаре один красавец, по-моему, симулирует, надо твое мнение. Идите, идите. В моем расписании срочное дело. Я на минуту. Хочешь поменяться? Ты, малек, умный. Так объясни, что это Бабируса тут делает? А, у нас типа бюро добрых услуг. Но я на уральских пахать не нанимался. Так заткнись и помогай пацанам. А то что? А то мы не успеем закончить вовремя. Здесь московских и уральских нет. Здесь только те, кто хотят на волю. Шухер! Начальник, стой! Не двигайся! Под лестницей идти плохая примета, я по телевизору видел. Сейчас, момент. Чернов, на выход! Это какая-то ошибка, начальник, я на уколах уже был. Никакой ошибки, пошли, жена приехала. Нервничайте.
Оксана Бакиевна. Я в первый раз. Вы понимаете, немного нервничаю. Да вы не волнуйтесь, вам у нас понравится. Лучше, чем в пятизвездочном отеле. Все в порядке, товарищ майор. Сержант, проводите Оксану Бакиевну в комнату для супружеских визитов. Если Чернов будет обижать, зовите. С удовольствием придем к вам на помощь. Она уже приходила? Нет. Точно? Точно. Где-то я ее уже видел. Ну все, у вас 40 минут. Ты вся дрожишь. Ерунда, это из-за обыска. Надеюсь, ничего не нашли. Только о себе думаешь, да? Да, прости. Я здесь уже целый месяц, до сих пор не могу привыкнуть к обыскам. Спасибо, что пришла. Не просто так же я ношу эту хрень. Как ты? Все супер. Поступила на экономический. Помнишь, я хотела. Все удалось. Правда, пока еще работаю. Скажи, похоже на клоповник, где мы с тобой познакомились. Здесь кормят бесплатно. Уже давай к делу, а? Я боюсь, что меня застукают с этой фигней. Вам помочь? У меня свадьба. Невеста девушка у меня скромная, непритязательная. Вам повезло. Да. Очень. Я не понимаю, на какие шиши мы должны покупать лекарства? В свой карман, что ли, платить? Я поговорю с Поповым. Поговори. И намекни ему по поводу премии. Неплохо бы выдать после бунта. А то ОМОН постарался, скажешь, второй с отбитой мордой. Мы лечим. Да. Кался, Чернов. Не жалуюсь. Повернись, нагнись. Она к тебе уже приходила? Нет, в первый раз. Рот. Может, она к кому еще ходит? Как она у тебя, не слаба напередок? Все чисто. Что-то я не пойму, к чему вы клоните, Федор Сергеевич. Чернов, у меня память на лица очень хорошая. Твою бабу я точно где-то видел. Ну, все может быть. Сержант, веди его в душ. Мало ли она его чем наградила. Странное у вас представление о женщинах, Федор Сергеевич. Ни с кем их не путаете? Шагай давай. Мы, значит, вкалываем, а ты с бабой развлекаешься. Хорошо устроился? Да ладно вам.
Он же тоже вроде как там дырку долбил. Я тебе все про Раечку выложил. Фотографию давал подержать. А ты мне даже не сказал, что женат. У меня с женой очень сложные отношения. Не люблю вдаваться в подробности. Добрый день. Извините за беспокойство. Разрядился сотовый. Позвонить можно от вас? Конечно. Я сейчас принесу. Спасибо. Ты чего? Попов сказал, дату казни назначат со дня на день. У нас почти уже все готово. Если не успеешь, потом не дергайся. Просто отсиди свой срок, понял? Успею. Вот увидишь. Что ты собрался по магазинам.
магнитофон, карманы одна штука. Часы. Ух, какие часы. Товарищ майор. Пиши, в корпусе из желтого металла. За городом. Тишина, свежий воздух располагает к откровенности. Но вам, я вижу, деревенский воздух впрок не идет. Гони там мразь, что ты вздул, слышал? Понятно. Неравнодушны к людским страданиям? Я тоже. Просто расскажите мне все, что вы достали по делу Панина и кому об этом рассказали. Очень жаль, что вы не хотите сказать мне правду. Но, с другой стороны, больше времени проведу на свежем воздухе. У вас очень неразговорчивые друзья. Отвечать будете? Знаете, меня учили, главное не сила, главная точка ее приложения. Чего там с нашей комнатой отдыха? Долго они телиться будут? Еще недельку. Я не знаю, ты прояви инициативу как-то, подгоняй. Они сочкуют там-нибудь. Обижаешь, начальник. Ты что-то сейчас сказал? Начальник, я больше так не буду. Пошел давай. Ты что стал? Особое приглашение. Давай двигай. Расслабились тут, я смотрю. Присядьте, Соломон. Владимир Иванович, вы же знаете, у меня давление. Давайте по системе Беккетцер. Без проволочек и ненужных слов. Да, да, да. Ну что ж, речь о вашей дочери. Неужели? Она захотела меня увидеть. Видите ли, мне сегодня звонили. Так и что? Так говорите быстрее. Она в больнице. Как что с ней? Рак в последней стадии. Врачи дают ей максимум 2-3 недели. Сочувствую. Я должен ее увидеть. Владимир Иванович, дорогой. Миленький, ну вы же можете. Только не говорите, что не можете. Соломон, вы ведь в этих стенах уже без малого 15 лет, правильно? Давайте не будем ставить друг друга в неловкое положение. Но ведь вы же человек. У вас есть совесть. Вы прекрасно знаете,
В каких случаях я могу предоставить вам краткосрочный отпуск? Последний раз я видел свою дочь, когда ей было 5 лет. Она даже букву «Р» не во всех словах выговаривала. И что вы мне предлагаете? Чтобы я увидел ее на ее же похоронах? В гробу? Если хотите, могу ежедневно справляться с ее состоянием и ставить вас в известность. Я могу ей позвонить? Все не так просто. Дело в том, что ваша дочь не хочет, чтобы вас с ней связывали. Я, собственно, рассказал вам об этом только по одной причине. Вы являетесь ее единственным близким родственником. Владимир Иванович, дорогой, одно свидание. Мне очень жаль, правила есть правила. Нет. Майор, можете увезти заключенного. Уж простите. Я совсем забыл, что исключения из правил бывают только в школе. Что значит без часов не получится? Долго объяснять. Придумайте лучше, как выкрасть у Сычева часы. Не, Малек, нет. Ты лучше придумай другой план. Ну как ты себе представляешь? У вертухая рубанут часы. Как? Слушай, что за часы-то? Можешь с Волей переправить? Определенной марки, определенной модели? Сложнее, займет время. Времени у меня нет. Ну ты же что-то придумаешь, Малек, верно, а? Разрешите, товарищ майор? Насчет Чернова. Я привез подтверждение из ЗАГСа. Все законно. Пришли, расписались. Торжественной церемонии не заказывали. Значит, без Мендельсона? Выходит, что так. Новые часы? Да, дорогущие. Я только не знаю, сколько стоит. Дату регистрации видишь? Да, стоит же. А что? А то. Ты материалы дела читал? Через 5 дней он зашел в банк с пистолетом. Нормально? Для медового месяца. То, что вы про меня узнали, чистая правда. Что именно? Все. Я действительно успел спрятать алмазы до того, как меня арестовали. Я уверен, что они находятся там, где я их оставил. Я очень рад за вас. Я хочу бежать отсюда. А я вам уже ничем не могу помочь. Назовите цену. Учитывая, почем нынче алмазы, я думаю, мы сможем сделать друг другу приятно. Хорошо, вы знаете охранника Сычева? Ну, разумеется. Главный местный сволочь. У него мои часы. Он украл их. Я видел их у него на руке. Достанете часы. Поговорим о побеге. Погодите. Я понял юмора. Вы что хотите, чтобы я простой заключенный обокрал охранника? Если вы простой заключенный, тогда нам не о чем разговаривать. Обед! Обед! Шевели буками. Куда? На место.
Эй, Соломон! Принимай помощника. Пошли. И что мы с вами молчим, как на приеме? Вы ведь новичок? Как устроились? Нормально. Как соседи? Нормально. Я вижу, вы также настрадались от добрых людей, как и я. Хорошо, когда можно договориться с начальством о переводе. А что, можно? Кому-то можно, кому-то нет. Слышь, дед, помоги, а? Меня достали уже. В камере убери, после шмона порядок наведи. Пацана не держат, бьют еще. Сейчас перестали, но кто их знает, а? Молодой человек, вы просите об услуге. А каждая услуга чего-то стоит. Денег нет. Сидите за мелкие кражи. Карманник. А что? Зря вы не бережете свое здоровье. Может, еще пригодится. Кстати, у меня есть обезболивающие. Разумеется, в обмен на чистосердечные ответы. Вы поймите, это ваше время уходит, не мое. У меня его навалом. Не выдержите вы, и остается подросток, девушка. Мне есть с чем работать. Мышцы у вас не действуют из-за травмы. Спазм скоро пройдет. Рукой вы какое-то время пользоваться не сможете. Терпимо. Ну что, попробуем другую форму сотрудничества. В человеке в среднем 5 литров крови. В нашем случае, думаю, 5,5. Потерять 2,5 литра смертельно. Порядка 2 он уже потерял. В обращении сейчас замедлено, но больше 4 часов ему не протянуть. Совсем немного вашей искренности, и вы сможете его спасти. Ну что? Кто первый? Стоим. Приступай. Библиотечный-то день закончен. Больше. Задумался. Дебил, тебе нечем думать. Под ноги лучше смотри, скотина. Молодой человек, ваш норок развязался. Как у вас это получилось? Я много настрадался от добрых людей.
Зато они меня кое-чему научили. Светлана Геннадьевна, я верю, что вы способны трезво оценивать ситуацию. Часто человек умрет от потери крови на ваших глазах. И все это из-за вашего упрямства. И он уже не первый. Давайте посчитаем. Наталья Панина – раз. Ее гражданский муж – два. Ваш сосед – три. Я вижу, вам неинтересно. Сейчас я вас заинтересую. Ваш отец – четыре. Пришлось потрудиться, чтобы вас найти. Примите мои искренние соболезнования. Дайте мне воды, я все расскажу. Дышите глубже. Давай, Калис Чернов. Чё за баба к тебе приходила? Жена. Жена? Ага. Только встретились, и уже жена. У нас все законно. Любовь с первого взгляда, да? Хотите узнать, как познакомились? Чернов, ты мне мозг не ешь. Давай, пошел. Твоя Оксана Бакиевна, тогда еще гражданка Казахстана, въехала в столицу за 2 дня до подачи заявления, а? Так сейчас век высоких технологий, Федор Сергеевич. А? Мы познакомились по интернету. По интернету? И сразу в ЗАГС, да? Ну а что, все фотографиями обмениваться. Чего ж на тебя навестил только один раз? Что-то не похоже на большое и светлое чувство. Так учеба, сессия на носу. А-а-а. Федор Сергеевич, вы же сами все знаете, зачем спрашиваете? Ты что, думаешь, отбрехался, да? А разве нет? Да нет, брат, тебе еще 4 года отбрехиваться. Может, еще и сверху добавят. Сейчас. Давай ноги быстрее. Тебе же ключи от машины. Заводи быстрее. Чего ворот читаешь? Давай наводи порядок. Будет шумом, возникнут проблемы. Это если найдут. Они ведь невозможно найти то, чего нет. Привел. А где Надежда Борисовна? Какая тебе разница? Процедурную. Ты уколоть будет. Иди. Бля, ты чего? Да что так голова? Слушайте, доктор, вы делаете что-нибудь? У него инсулин упал. Иди сюда, помоги с замком. Рукав закатай. Дай руку. Ну, как лучше? Что тут происходит? С уколом. Немного опоздали. Надя, все в порядке. Надежда Борисовна, приводите, пожалуйста, пациента вовремя.
Так... Какая она тебе, Надя? Оклемался? Вставай давай. Видите, что голова кружится, так и предупреждай. Не хватало, чтобы меня еще в санчасти за тебя отчитывали. Макс? Спасти. Выходи, поговорим. Знаете, у нас тут есть приватные кабинки. Я в курсе. Ну, девочки у нас покладистые, веселые. Любой каприз в разумных пределах, конечно. Ну и здоровы. Можем справки показать. Спасибо. Блондинка, и тебе хреново. Тихо, не дергайся. Ты же не хочешь работу потерять? Пустите, мне больно. Давай веди меня в приватную комнату. Мужики, извините, я у вас ненадолго девушку заберу. Значит, танцев не будет. Пожалуйста, мне очень нужна эта работа. Ну да, и прописка. Ты же у нас студентка, учишься, новую жизнь строишь. Пожалуйста. Давай, не ной, не люблю я этого. К Чернову зачем ходила? Он же мне так помог. А-а-а. Значит, из чувства благодарности, да? Угу. Ты мне мозги-то не компостируй. Моя история поинтереснее будет. Особенно, когда я ее иммиграционной службе расскажу. Не надо! Чего не надо? Если не надо, тогда дуй к себе в степи, к маме. Хорошо.
Я все скажу. Давай, давай, говори. Леша Чернов. Что? Полоска такая. Она еще на кредитных карточках бывает. Знаете? Знаю. И как ты через шмон протащила? Под кольцом. Это Леша придумал. Леша придумал? Угу. Ты вот что, к Чернову больше не приходи. Если он позвонит, мне скажи. Ты поняла? Да, да. А чё мы стоим-то? Я же все вам рассказала. А мне сказали любой каприз. Давай, давай, давай. Да. Говори быстро. Звонок отследить можете? Ну, могу, в принципе. Что-то случилось? Засекайте, бегом сюда. Хоть какая-то польза от вас будет. Быстрее, у меня батарейка садится. Году нужно взять еще одного человека. Еще? Ну и кто же? У нас такой счастливый. Саламу. Наш жидок. Он-то тебе зачем? Ты что, веришь этим байкам про алмазы? Из-за этого. Что из-за этого? Ух ты! Ничего себе! А как мы его достанем? Разберемся. Сережа! Сереж, вы меня слышите? Вы как? Слышу, можно не орать. У меня что-то с позвоночником, рука сломана. Сочувствую. Вы так и будете там стоять? Так вы же нас отстранили, помните? Очень смешно. Вытаскивайте меня отсюда и везите к своему врачу. Еще не хватало засветиться. Это сейчас. Сейчас. Ты что творишь? Дороги! Эй, ты что делаешь? Ты что творишь-то? Как что? Помогай ему не светиться. Это же куча денег, частная клиника. У нас нет права тратить деньги налогоплательщиков. Слышите, вы уроды! Быстро вытащили меня оттуда! Ты спятил, да? Только он знает, что мы не грохнули панинского сыночка, а нет человека.
Нет хлопот. Дим, я надеюсь, с тобой у меня проблем не будет. Я не хочу так! Слышь, Серёнь, спросить хотел. А ты вообще как, московский или понаехали? Из Воркуты. Ничего себе. Представляешь, я тоже. Ну, бывай, земеля! Слышишь, сука, ты знаешь, на кого ты наехал? Ты у меня сам в этом колодце гнить будешь, тварь! Поехали. Давай я поведу. Нет. Света. Молчи. Тебе вредно разговаривать. К врачам нельзя. Огнестрельное ранение. Они подключат милицию, нас сразу найдут. Да какая разница? У меня есть один приятель, надо к нему. Макс, запиши адрес. Если я вдруг отключусь... Как хорошо, что у вас появилось время на меня. Я так привык к вашим рукам. От рук жены отвыкли? Надя. Ну, то есть, Надежда Борисовна. Я не могу вам все рассказать. Не надо мне ничего рассказывать. Я врач, вы пациент. Не ревнуете? Что? Да меня вообще все это не касается. Подождите. Я вас не обижу. И не сделаю вам плохо. Вам нечего бояться. Но вы же чувствуете. Забирайте пациента. Браво, малек. У нас прям не козлятник, а дружба народов. Соломона зачем привел? Так и приятно оказаться в компании добрых людей. Благодаря ему я узнал, что у нас будет 18 минут. Для того, чтобы выбраться на волю. А чего так мало? А? Чего так мало? А потом охрана поднимет тревогу. Ты зачем такие вещи неприятные говоришь? Как тревогу? Мы убежим из медпункта. Каждые 18 минут охранник проходит мимо кабинета. А почему он должен объявлять тревогу? Скажем так, он кое-что заметит. Может, мы без кое-чего обойдемся, а? Мы уж точно обойдемся без лишних разговоров. Выкладывай, что не так. Давай, давай. По лицу вижу. Лоб наморщил, аж вытянулся. На каждого человека нужно минимум 3 минуты. А у нас 18 минут.
18 минут на семерых. Один из нас лишний. Вызывали, товарищ полковник? Проходи. Пришло распоряжение. Исполнение приговора в отношении Панина назначено на 12 июля. У нас 3 дня на подготовку. Ну, добыл, что хотел. Шикарно. Знаешь, на день милиции ты будешь здесь самым нарядным. Да нет, я серьезно. Посмотри, чтобы не топорщилось. Я на работу собираюсь. Господи, да ты прям гонимый наглухо. Так, 3-я бригада, пошивочный цех. Малек. 4-я, столярная мастерская. Так, Чернов, шаг вперед. Что у тебя там такое? Да что-то живот прихватило, начальник. Мне бы в стаське отлежаться, а? Ага, в Ренасике. В пионерлагере будешь отмостки лепить, в строй. Так, 5-я, ремонтная. Пункт отдыха охраны. Все на работу вперед. Я рассчитал время, всем не успеют. Значит, кто-то один лишний. Это точно. Тише. Точно, точно. Как там моя любимая сестренка и племянник? Да с ней все в порядке. Он на пикник ко мне приедет. И Антохе робота купил. Письмо твое получил, все понял. А что у вас там, все так конкретно? Конкретнее некуда. Короче, вертуха я забашлял. Трубу тебе завтра передадут. Не парься. Спасибо, друг. Я тебе реально благодарен. А ты еще и о Лариске печешься. Короче, я тебе должен. Забудь. Я о них и потом заботиться буду. С Богом.
Чего такие мрачные? Да мы решаем, кто из нас тут лишний. Он подслушал ваш разговор. А если бы не подслушал, что тогда, а? Малек, всем же не успеть, да? Ну давай, скажи, братве, скажи, кого конкретно ты решил кинуть? Я цыган. Хватит расширяться, я сам знаю, кто лишний. Заходим! А чем это тут пахнет? Чую запах кидалова. У меня инстинкт на эти вещи. Слушай, логопед. Нет! Это вы слушаете и запоминаете. Я тут на всякий случай страховку приобрел. Поведал одному корешу на воле о наших планах. А еще по случаю. Собственной мобилой я разжился. И не дай бог, если со мной что-то случится, и я не отзвонюсь через 5 минут после побега. Кореш стуканет Попову и сдаст вас всех с потрохами. Так что, если кто-нибудь решил меня кинуть, пусть сразу накидывает себе и всем остальным. 10-15. На, досталось Сашке. Тот, кто стрелял, знал, что делал. Потеря крови вызвала асфиксию. Кроме того, серьезно повреждены плечо и суставы пальцев. Гнойные затеки. Боюсь, как бы все это не привело к фиброзному анкилозу. Короче, не буду грузить вас медицинскими терминами. Сразу сделаю вывод. Дома Сашку лечить невозможно. А у вас есть кто-нибудь, кто бы мог помочь? Да, я могу позвонить. Но это будет не бесплатно. Конечно. Я понимаю. Ублюдок все предусмотрел. Нет, не совсем все, Малек. Не совсем. Я знаю, кто лишние пассажиры. Это ты и я. Ты это о чем? Ты еще не врубаешься? Мальку нужно только одно – вытащить брата. Ну? Что ну? Для этого ему нужны алмазы Соломона и самолет Кобы. Вот скажи ты ему, зачем? Просто ты с самого начала оказался с ним в одной хате. Вперед! Я пахал на общее дело. Еще бы, и я пахал. Мы с тобой как два эскаватора. Вот ты думаешь, когда он нырнет в эту трубу, он что, потащит за собой лишний балласт нас с тобой? Не знаю, как ты, и я свалю. А ты скажи, часто он тебя посвящает, свои тайны или так держит на расстоянии? Типа, меньше знаешь, крепче спишь. Слышь, дед, это наш уговор. Какой уговор? Как это какой? Услугу за услугу, помнишь? Я же твою часть отработал, да? Но до сих пор в этой хате кантуюсь. Больше терпеть не могу. Надо терпеть. Долготерпящий лучше храброго, а владеющий собой лучше завоевателя. Чего ты мне морали читаешь, отец? Когда я перееду уже? Это не я сказал. Хотя, тоже Соломон. Только царь. Вы не читали притчи Соломона? У нас в библиотеке есть. Короче, развел ты меня, дед. Ладно. Сгей. Я вот одного не пойму. Зачем тебе-то на волю? Здесь же твоя хата. Здесь твой дом родной. У меня имеются свои резоны. Да ладно. Ты же за стеной и неделю не выживешь. Знаешь, как там страшно? Интернет, силиконовые сиськи. Ты же загнешь это сразу. А что это вы так разволновались на мой счет?
Разве вас касаются мои проблемы? Еще как касаются. Когда мы рванем, твои старые жидовские кости будут нас тормозить. Может, переломать их прямо сейчас? Эл! Все нормально, начальник. Все нормально. А я гляжу, ты совсем страх потерял, Козлина. Никогда больше меня не трогай. А то что? Уроешь меня своими собственными дряхлыми ручонками? Нет, конечно. Я найду другой способ. Уж поверь мне, дружок. Я тебе сказал, спрыгивай. Ваха, ну ты же знаешь, что делаешь. Ну вот и делай, хорошо. Вот и все дела. Нашли? Нашли. Отследили телефон. Подельник логопедовский живет в Протвино, в небольшом доме, на Джибе. У него там точка по наркоте. Сам он тоже кексует постоянно. Зовут его Валера. Фамилия. Фамилия Бушуев. Ну, погоняло, соответственно, Буш. Ну что, логопедушка, конец твоей страховки. Подожди. Коба? Что? Коба, вы что, убить его собираетесь? Я тебя сразу предупреждаю, если такие дела... Охолонись, малек. Зачем его убивать, а? Торчка этого зачем? Пусть посидит в комнате под присмотром. Поотвечает на звонки логопеда. Как надо, как следует поотвечает. А потом, когда мы свалим... Без этого ублюдка. Пусть валит, ширяется на все четыре стороны. Вот и все. Малек, а ты что, и вправду меня за зверя держишь? Ну что, когда еще-то приедете? Не знаю. Через неделю, наверное. Да, Тох? До станции точно сами доберетесь? Ну, конечно, чего тут идти? Все, мы тебя целуем, побежали, а то опоздаем на электричку. Давай, бегом, бегом. Опоздаем. Пока, дядя Валера. Чао. Ну, здорово, Буш. Здорово. А вы кто такие будете? А ты садись в машинку. Прокатимся. Там мы познакомимся. Пойдем, пойдем. Да никуда я с вами не поеду! Эй, кто вы такие? Вам что от него надо? Зря, парень. Зря. Я думал, ты больше не приедешь. Ты же теперь с Сергеем. Зачем тебе уголовник? Я приехала, потому что ты должен знать. Что? Я беременна. Беременна? Угу. От тебя, Али. У тебя будет сын. Ты беременна? От меня? Я стану отцом? Господи. Алим, это еще не все. Я не закончила. Сергей сделал мне предложение. Ты? И что? Так пошли его куда подальше. Что тут говорить? Ты носишь моего ребенка. Ты... Мы теперь же семья. О чем ты говоришь, Рая? Я не знаю, Алим. Я не знаю. Мама говорит то, что самое тяжелое на свете – это воспитывать ребенка. А еще тяжелее делать это одной. Мне страшно, понимаешь? Мне дико страшно остаться одной. Ты не одна. Ну, погоди, ты не одна. Ты скажи, ты не выйди за него замуж, хорошо? Милый, я не знаю. Я правда не знаю. Скажи мне, что ты подождешь меня, Раечка. Ты только одна, кто есть у меня на этом белом свете, Раечка, любимая. Ты все, что у меня есть. Ты... Свидание окончено. Я тебя очень люблю, Раечка. Ты только меня дашь. Ты все, что у меня есть, ты понимаешь? На выход. Я не знаю, Алина.
Я больше ничего не знаю. Вперед! Лаха. Ну что, наш Соловей? В клетке. Не совсем, Коба. С ним вышли осложнения. В общем, он спекся. Я же говорил, его не трогать. Прости. Но это еще не все. Что значит не все? Что за... Что еще? Ну, короче, с ним... Баба была и ребенок. Что? Ты хочешь сказать, что вы их тоже? И ребенка? Послушай, но мы ничего не могли сделать. Этот козел вытащил волыну и начал шмалять. А ими прикрывался, как щитом. Главное, пацану-то лет 8. Прости, Коба. Так вышло. А сейчас в эфире нашего православного канала воскресная проповедь отца Дмитрия. Помните, возлюбленные Господи, братья и сестры, есть смертные грехи. Покайтесь, пока не поздно. Откройте свое сердце Христу. Покаянием простятся грехи ваши. Принесите Богу на алтарь покаяния ваше сердце. Не спрашивай, по ком звонят колокола. Колокол звонит по тебе. Как ты держишься? Девушка, можно вас на минуту? Да-да. Сиди здесь, никуда не уходи. Ну как он? Ему ничего не угрожает? Он потерял много крови. Так что пока останется у нас. Я буду держать вас в курсе, но придется доплатить. Можно и сейчас, попозже. Да-да, конечно, хорошо. Вы делайте все, что нужно. Хорошо, договорились. Да. Ты на месте? Почти. Только веди его аккуратно, ладно? Нам нужна вся троица. Не учи ученого.
слава богу, куда ты пропал? Я так испугалась. На кладбище был. Ну ты как? Она же этого не заслужила. Почему? По 7-метровой шахте, но я успею все подготовить. И когда ты успеешь? Завтра. Я даже скажу тебе точнее, когда тебя выведут на прогулку. Так что пока будешь гулять, держи за меня кулаки. Только нужно будет успеть все сделать за один раз. Второго варианта не будет. Но как? Пока пацаны будут работать в комнате отдыха охраны, я выберусь в дыру и все приготовлю. Да не бойся, брат, мы все успеем. Ты слишком рискуешь. Если увидят, что тебя нет, не только побег накроется, но и тебе срок накинут. Да, я знаю. Но на другой вариант нет времени. Кстати, а как ты собираешься меня забрать? Заберу, увидишь. Главное нам попасть в медблок вовремя. Поэтому я должен успеть, обязательно успеть, все сделать завтра. На эту карту поставлено все. Запрещено. Тихо. Чем обязан такой честью, начальник? Ох, лучше бы тебе не знать этого, Хлынов. Вчера на станции Протвино была застрелена твоя сестра Лариса вместе со своим сыном, твоим племянником Антоном. Вместе с ними был убит некий Бушуев. Прими мои соболезнования. Присаживайся. Ну чё, контрабандист? Давай колись, где ты её заныкал. В камере я не нашёл. Что заныкал? Полоску магнитную. Полоску от кредитки, которую протащила сюда твоя жена, шлюха нерусская. Она раскололась. Ты ей прописку пообещал. Федор Сергеевич, я могу попросить вас не превращать мой кабинет в комнату для допросов? Простите, Надежда Борисовна. Я вот как раз допрашивал заключенного Чернова о запрещенке, которую протащила сюда его жена, проститутка, вышедшая за него ради московской прописки. И я еще не закончил, извините. Где полоска? Отдал. Всеку проиграл, денег был должен. Пин-код сказал. Там деньги на счету оставались, они уж на воле поймут, как снять. Че ты пургу гонишь? С воли сюда, отсюда на волю. Что твоя лярва там сразу не могла передать? Федор Сергеевич, вы продолжите в другом месте. Продолжим, продолжим. Еще как продолжим. Ладно. Да, Надежда Борисовна, вы как-то поаккуратней. Все из-за прописки. Но у вас было с ней семейное свидание? Нет.
было деловое свидание. Наедине. Да зачем? Вы не должны мне все это рассказывать. Но я хочу вам все объяснить. И именно вам. Ты мать моих детей. Ты должна держать себя в руках. Что случилось? Что случилось? Говори, что? Что-нибудь с детьми? Да с Машкой беда. Что с Машкой? Беда. Что с ней? Хватит скулить! Что с Машкой? Залетела она 7-й месяц уже. Да разве ж это беда? Дура! Як у твое есть царство, сила и слава во веки веков. Аминь. Господь и Бог наш Иисус Христос, да простит тебя чадо, орчил все согрешения. Аминь. Сюда не сунулся. У нас до конца помывки 5 минут. Давай! Эй, ты чего? Знаешь, малек, мне надоело быть слепым котенком. Ты мне все время просишь, налим сделай то, налим сделай это, а сам мне ничего не рассказываешь, скрываешь. Что скрываю? Ну вот, например, зачем тебе понадобилось, чтобы я сейчас стал на шухер? Чтобы я открыл кран, отсчитал нужное время и потом его закрыл. А зачем открывать кран? Чтобы в нужном месте налилась вода. Слушай, если я тебе сейчас начну рассказывать весь план, то я закончу после казни моего брата. А потом нужна тебе информация, которая накинет тебе еще срок? Ты чего? Я тебя не кину. Мы же друзья. Просто доверься мне, все. Лады? Лады. Помывку. А где Чернов? Застрял, что ли? А он наколки свои отмывает, гражданин начальник. Новые хочет. Эти, говорит, уже старые. А я ему сразу говорю, что за наколки, говорю, у тебя не пацанские. Отмой эти новые, накалю нормальные. Вот он и старается там мочалкой. Так, все. Че он там? Дай-ка пойду. Начальник, что тебе форму мочить? Я сгоняю. Ну, давай. Идет, начальник.
сюжете. Не-а, не отмыл. Знаешь, о чем я сейчас подумал? О чем? Помнишь, когда мы поженились? Мы когда с твоей мамой поженились, мы на юг хотели уехать. Ты нам было по 22 года. Угу, по 22 года. Знаешь, давай попробуем. Еще же не поздно. С чего это ты? Достало как-то все. Работает, мотаясь туда-сюда. Да и ты у меня одна дома сидишь. Даже ночами. А я как-то побольше с тобой хочу. Находиться. Я тоже хочу. Но... Но как же наша квартира? Как же... Давай попробуем. Он у меня эти часы и увел. Просто я даже не заметил, как. Прям с руки снял. Это пацан? Да. Вот этот вот пацан. Часы золотые, дорогие, а он их, ну на кой? Слушай, старший сержант, ты их сам-то у кого спер? Товарищ майор, это сейчас вот... Вы к чему такое? У Чернова. Я пойду новеньких принимать. Иди давай, принимай новеньких. Есть. Значит, тырим вещи у охраны? За это карцер полагается. Понятия не имею, о чем вы, начальник. Да нет, какой карцер? Это пара лет к сроку, точно. Начальник, я клянусь, что... Ладно, заткнись. Я все знаю. И, к счастью, для тебя я могу сделать так, что об этом никто не вспомнит. Ты слышал такое слово? Стукач. Мне лично оно совсем не по душе. Мне от тебя нужна информация, что говорит и делает Чернов. Слушай, слышь, курица, а? Мне уже не лезет все. Давай, вышайся, домашний. Начальник, ну то, что вы сказали, это же и есть стукачество. Слушай, сейчас все знают, что ты здесь у меня. Я могу сделать так, чтобы все будут думать, что ты стукач. В прошлом году одному такому столярке доску на грудь положили, и 6 человек одновременно с верстака прыгнули. Он легкие выплюнул. Но с тобой поступят по-другому. Ты же у нас молодой, красивый. Зачем вы так, начальник? А чтобы ты, дурак, понял, что придя сюда, ты уже стукач. Но либо ты стучишь мне, и об этом никто не знает, либо а как? Ну, мы же с Черновым в разных камерах. Вот и молодец. Ну, молодец. А вот это уже не моя проблема. Давай, налетай. Домашние, бери. Давай. Что-то нас поубавилось. Да, логопеды Кобы сегодня столярки. Как бы не поубивали друг друга, а? Да уж, если бы мою сестренку с племянником так замочили... Да я бы этим ублюдкам сам лично глотку бы перерезал. Что? Что ты сказал, повтори. А ты еще не слышал про логопеда? Все уже в курсе. Твою мать.
Мать! Ты чё, малёк? Малёк, ты чё? Все нормально. Осужденный Панин Кирилл Викторович, статья 277. Панин, собирайся на прогулку. Товарищ майор, решите обратиться. Что такое? У нас ремонт стены стол. Почему? 4-я бригада в Стасике. У всех поголовно кровавый понос, что-то сожрали. Плохо? Ага. Мне Попов за эту стену мозг съест. Так, знаешь что? Дуй в комнату отдыха охраны и снимай оттуда 5-ю бригаду. Пусть сегодня стену делают. Пока пацаны будут работать в комнате отдыха охраны, я выберусь в дыру и все приготовлю. И когда ты успеешь? Завтра. Когда тебя выведут на прогулку. Давай, 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 действуй. Есть? Потом догуляешься. Начальник! Эй, начальник! Чего тебе? Открой, начальник, дело есть. Ну, некогда мне. Слушай, свою выгоду поимеешь. Дело на миллион, а делов на секунду. Ну, я тебе говорю. Че надо? Передай маляву на волю. Тот, кому передашь, заплатит тебе 10 тысяч. Телефон я здесь написал. Давай, маляву, только быстро. Что? Юморист. Сейчас я тебе свой анекдот расскажу. Понял? Сегодня уходим. Так и знал, Лех. Дайте обниму, а? А я всегда знал, что это малька светлейшая голова. Шухер! Так, кончая работу, ваша бригада переводится на ремонт стены. Почему? Слушай, ты умник. Будешь вопросы задавать, в карцер посажу. Как братца твоего, психа ненормального. Что, мой брат в карцере? Ты хотел, чтобы я его на курорт отправил? После зверского нападения на охранника? Но... Че но? А тот уже прямиком и на казнь пойдет, чтобы не покусал еще кого ненароком. И увидел я отверстное небо. И вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Лицом к стене. Заходим. Thank you.
Светлана Дунаева? Да, кто это? Это не важно, только трубку не вешайте. У меня для вас есть информация, которая позволит оправдать Кирилла Панина. Что? Что у вас? Это не телефонный разговор. Встречаемся завтра на углу Садовнической и Ражевского переулка. Я вам все расскажу. Это не ловушка. 21:00. Алеш! Оставьте нас. Погоди, не делай этого, я все понял. Ты сам виноват. Я твое воздаяние за погубленные тобой души. Да? А как же Лариска? Сестра моя. Зачем ты ее убил? Она ведь не виновата ни в чем. Зачем ты ее убил? А ее сын? Маленький Антоха. Он ведь ребенок. И не пожил совсем. Зачем было убивать ребенка? Может, я и заслужил смерти, но ты-то, ты не лучше меня. Я стану лучше, если захочу. Господь дал мне шанс. Что? А может, и тебе мне нужно дать шанс, а? Согласен. Я согласен. Дай мне шанс. Я прошу. Откажись. От побега? Или умрешь? Хорошо, Коба, хорошо. Нет, нет. Ты мне должен дать слово. Слышишь? Дай мне слово. Конечно, Коба, конечно. Нахрен этот побег? Слово? Нет, нет. Поклянись. Клянусь. Богом клянусь, клянусь, клянусь. Хорошо. Я тебя простил. Теперь молись Богу Господу нашему, Иисусу, чтобы Он простил тебя. Ah!